Рядовой папа готов. Рядовой мама готова. Бэтмен у прицела. Всем привет! Это канал Кикидол. Друзья, и сегодня на канале у нас будет супер боевой челлендж. Я бы даже сказал такой мальчиковский челлендж, да? Ну да. Но в нашем мальчиковском челлендже также будут участвовать наши девочки. Это мама и Амина, а также Бэтмен. Сейчас... я не показал. Смотрите. Челлендж-то вот. Самый главный атрибут нашего челленджа. Мы будем стрелять из этой пушки. А куда мы будем стрелять? Сейчас я вам скажу. Сейчас мы построим из стаканчиков, бумажных стаканчиков, большую пирамиду. И каждый должен будет сделать 10 выстрелов. Ну, так как здесь 10 патронов. Вот. Ну и, соответственно, результат. Выигрывает тот, у кого остается наименьшее количество стоячих стаканчиков. Нужно максимально, как можно больше, сбить стаканчики. 10 патронов завалить стаканчики на бочок. Если с первого раза, то получится... Ну круто, чем больше, тем лучше. В общем, их надо уложить на бочок. Бай-бай, бай-бай. Вот. Проигрывает тот, у кого остается наибольшее количество стоящих стаканов. В конце мы подведем итоги, мы посчитаем стаканчики, и победитель получит приз. Но и проигравший тоже. А какой приз? Об этом знаю только я. И ты тоже. Да. Ну, вот эти вот маленькие не знают. Да. Ну что, друзья, поехали, строим пирамиду и начинаем стрелять. Да, кстати, поехали. Кто первый будет стрелять? Сразу давайте решим на месте. Давайте. На камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так. Эти вышли. Так, они вот выходят, да? Правильно? Они тоже ножницы держали. Они между собой, кто последний. И мы между собой, кто первый. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я первая. Мама первая. Я второй. Сейчас Аминка с Камилем решат. Давай, камень. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Аминка показала ножницы, Камиль показал камень. Там, значит, соответственно, да. Кто? Камиль третий. Третий, Аминка самая последняя. Ну, в принципе, это и нормально. Аминка посидит, наберется опыта от других. Да. Все, друзья, поехали! Рядовой мама готова. Ну что, друзья, первая стреляет мама. Условия вы уже знаете. Надо свалить вон ту всю пирамиду, и как можно больше надо завалить стаканчиков. Так, ну что, давай. Давай. Чтобы было, как говорится, лайв. Давай. Живую. Так, первый выстрел, мама, поехали. Давай, давай, Спиро, у тебя еще 9 выстрелов. Болейте за меня, ребята. Ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, кто одержит победу. Нам очень интересно. Так, ну это у меня был первый выстрел. Это был первый выстрел. Поехали, второй выстрел. Так. Оп. Восьмой выстрел. Давай, давай, давай. Третий выстрел. Четвертый выстрел. Ой, я елку нам не разбомби, сумасшедшая камикадзе. Оп. Да, 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 да. Куда ты стреляешь, мобила? Все, сколько осталось стаканчиков? Именно в стоячем положении. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. А ты вот это считал? Вот это? Да. Что? 22 стаканчика на вашем счету, мадмуазель. Я думаю, что неплохо, да? Но это мы сейчас еще посмотрим, потому что следующий стреляет папа! Рядовой папа готов. Отходи! Итак, внимание! Марш! Огонь! О! Красота! Прям буковка. Красота! Была, да, одна пирамидка, стало две пирамидки. Итак, огонь! Ой. Не так все много. А я хочу по чуть-чуть, может, я специально. А потом в конце как бомбану. А, ну давай. Посмотрим. Смотри, как у меня стаканчик там в полувисячем состоянии. Итак. Да, конечно. Посередине? Сейчас хорошо. Так, Бэтмен что-то подсказывает.
Я стрельнул посередине, я промахнулся. Аминка, куда мне стрелять, подскажи. Туда. Я думал, туда. Папочка, ты проигрываешь. А что, мне патрон застрял? Этот патрон не считается, я перестреливаю. А это не важно, нет, ничего не перестреливаю. Ну ладно, ладно. Сколько мне патронов? Давайте, нет, болеем два. За папу. Папа, папа. У меня два патрона. Папа, папа. О, смотри. Смотри, патрон. Да, я чувствую, что это провал. Ты проиграл, папа. На мешку спалить. У тебя больше нет патронов? Нету патронов. Я бы лучше оставил бы один патрон из-за такого позора. Это позор. Давай я посчитаю быстренько, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один. Да это позор! Пуля мне! Бэтмену прицела! Бэтмен, ты готов? Да. Секунду, секунду, секунду. Так. Итак. Бэтмен, огонь! Оп. Опа, ничего себе. Не огонь. Стаканчики-то не простые, а стаканчики-то стальные. О, о, ничего себе, Бэтмен разошелся, ребята. Ничего себе. А Бэтмен-то у нас крутой. Все, Бэтмен. Молодец, ну, идем молодец. Считать. Идем считать. Лучший результат. Лучший результат, по-моему. Аминочка, аккуратно. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать! Ух ты, молодец! Камиль, молодец. Пока что Камиль первое место. Пока Камиль лидирует. Следующая очередь. Это Бэтмен. Это Бэтмен, простите, простите. Так, ну что, Аминка, теперь твоя очередь. Ты говоришь... наебала. Да почему? Нет, мы почему? Тебе поможем. Мы тебе поможем. Мама тебе поможет. Все, ладно, поехали. Тяжелый. Тяжелый? Ну что, ребята, у нас остался самый маленький стрелок. Это Аминочка. Папа, представляете, если это всех лучше нас будет. А мы сейчас, тихо-тихо, на меня не направляй пушку. Давай, Аминочка. Так, секундочку. Перезаряжай свой нерв. Умеешь? Покажи ей, как надо. Могу. Ой, он уже заряжен. Перезаряжен? Да, давай, стреляй. Секунду, сразу. Секунду, секунду. Держи. Так, Аминка, поехали. Поехали, стреляй. Опа! Опа, опа, хорошее молодец. Начало. Вот ей, кстати, не помогаем. Перезаряжай, малышка. Перезаряжай. Давай. Она сама, смотрите. Секунду, назад оттягивай эту штучку. Молодец. Оп. Оп. Ты сразу не стреляй, подожди. Целься, Аминка. Отпускай. Целься, там, где больше стаканчиков, туда целься. Смотрите, мы ей не помогаем, давай. Молодец. Обратно. Подожди. Так. Опа. Поехали, Аминка. Огонь. Огонь. О-о-о, ты лучше папы. Молодец. Перезарядочка. Там тоже, видишь, много. Опа, давай, стреляй. Давай, молодец. Ай, не прикасай. Давай, стреляй. Стреляй. Смотрите, как на лесу стоит пулька. Давай. Не стреляет? Вот, до конца. Оп. Ты даже не целишься. Давай, до конца, оп, стреляй. Папа! Оп, молодец, какая умничка. Ой! Ну что, молодец, Аминка, идем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6. Аминка, 36. Аминка даже заняла третье место. Давай 5, Аминка. Хуже молодец. Всех у нас стреляет папа. И вы, миссис. Хуже всех стреляет папа. Все, подводим итоги. Ну что, друзья, наш челлендж успешно закончился. Успешно для кого-то успешно, для кого-то нет, не очень. Это не важно. Сейчас у нас... Раздайте подарки. Церемония награждения победителей.
Так, первое место кто? Я. Так, сейчас я найду. Та-ра-та-та-ра-ра-рам. Второе место. Я. Я. Второе место мама. На. Да это не мое. Ладно. На. У тебя он девчачий, по-моему, да? Да, как раз. Камень синенький. Да, вот девчачий. Третье место. Я поменяюсь с тобой. На. Нет, я с ней поменяюсь. Я отдаю ей свое. Вот. И четвертое место мне, Киндер. Поздравляю всех с победой. Открываем Киндер и едим. Друзья, если вам понравился наш челлендж, ставьте пальчик вверх обязательно. Подпишитесь на наш канал. Это красная кнопочка внизу. Нажмите на нее. Рядом с ней колокольчик. На него тоже обязательно надо нажать. Иначе вы не узнаете о всех наших новых видео. Нажмите на колокольчик, и вам будет приходить оповещение. Не забывайте, что на нашем канале сейчас проходит конкурс, где вы можете выиграть конструктор Лего. Все условия и ссылочку на этот конкурс вы увидите в описании под этим роликом также. Ну что, всем пока, до новых встреч. Пока! Пока-пока! Показывай что-то.